Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим «сакура», подразумеваем «Япония». Мы говорим «Япония», подразумеваем «сакура». Да простят меня поклонники творчества Владимира Владимировича Маяковского за то, что перефразировал строчки из его поэмы 1924 года. «Сакура» – это группа раннецветущих кустарников и деревьев из-под семейства «сливовые». Чаще имеет в виду дикорастущую мелкопильчатую вишню, хотя существует масса искусственно выведенных гибридов. Кстати, сакура обозначается иероглифом, который, как гибрид, тоже состоит из двух частей – дерева и женщина. Цветки сакуры могут быть простыми или махровыми, напоминающими зефирки. От девственно, снежно-белого, естественного для сакуры цвета, до различных оттенков розового и даже красного цвета. На одном дереве могут быть привиты ветви с белыми и розовыми цветочками. За сроками цветения сакуры ведутся фенологические наблюдения с 8 века нашей эры. В Японии пик сезона цветущей сакуры приходится на конец марта-апрель, реже начало мая. Ежегодно публикуется общий японский календарь прохождения цветочного фронта сакуры с датами и лучшими местами для любования этой красотой. Но насладиться этим великолепным и волшебным зрелищем можно не только в Японии, но и везде, где растет сакура, например, в Германии. Приглашаю прогуляться по весенним улицам немецкого города Хайдельберга, полюбоваться бело-розовыми облаками цветущих сакур, послушать музыку, которую написал Дмитрий Чернусь в аранжировке моего брата Дмитрия Молодцова. И будет вам сеосе, по-японски счастье! Спасибо за просмотр!